Здравствуй, страна. Среда. Утро. Отвез Ксюху в школу. -1 было и остается. Лед стоит на улицах. Я уже ездил. И очень сильный ветер. И очень холодный. Вот я, как вот бывший дальневосточник, скажу, что ветер при -1 здесь, ну как примерно -10, -15, если стоячий воздух на Дальнем Востоке. Вот так вот. Ну -10 конкретно есть. То есть вот этот холодный ветер, еще пронизывающий, который все, знамя это пиратское разорвал в лохмотье. И при такой вот, кажется, маленькой -1 температуре, очень холодный, поверьте на слово. Руки замерзают, язык заплетается от холода, если долго на улице. Хорошо, что я вчера вытащил свой комбез, он у меня реально теплый, и в нем действительно тепло. Вот он, я даже помню, когда была температура где-то, ну, прохладная, без ветра. Мне было в нем жарко работать. Я еще подумал, боже, думаю, как я буду в нем работать, если в нем так жарко. А здесь сейчас стою при -1, при сильном ветре, и все четко. Вот здесь вот на этот счет китайский комбез этот молодец. Хорошо защищает. Так, съездил к друзьям. Ну вот, несмотря на холодную погоду, сильный ветер, все-таки будем сейчас с гранатом разбираться. Значит, вот эти две ветки я буду сейчас отпилю. Отпиливать буду. Вот эту веточку тоже тоненькую возьму. Этот хворост, чтобы они не потрошились в разные стороны. То есть мы гранату несколько так облагородим внешний вид перед закутыванием. Так, я заменил вот этот большой теперь фильтр дома. Это который со скважины идет. Этот фильтр останавливает песок. Фильтр, видите, какой... Песочек у нас все-таки со скважины идет, естественно, это хорошо. И вот он уже все, он уже засорился, друзья мои. Песок хорошо видно. Сейчас поставил веревочный фильтр, это намного лучше качество. Ну, точнее, он на дольше его хватит. Здравствуй, страна. Ветер сильный продолжается, температура -1. Я сейчас отвезу дочку в школу, потому что против ветра на велике слишком неприятно. И поеду в город. В городе у меня есть дела. Я в городе и первый раз посещаю, тут открылся магазин, такой «Победа» в начале, перед, после креста там в Ейске по трассе на Армавирский рынок. И вот то, что мы покупали на Озоне, здесь есть и дешевле, и литраж больше. Вот санфор для засорения, там еще какая-то химия. То есть, да, меня это несколько удивило. Я вам скажу, что теперь этот магазин будет у меня постоянный, так как здесь цены явно есть некоторые, на некоторые виды товара дешевле. Дешевле. Он просто берешь тележку и катаешься среди этого склада. Обнаружил здесь рыбу и камбала. Ну, камбала мелкая, она совсем мелкая. Минтай даже есть, но он в коже, конечно, но по крайней мере есть. Кефаль — это тот же самый почти пенегас, но только что-то не знаю я. А вот минтай филе, ну, дорого, конечно, за килограмм. Это уже пошли цены на продукты. Креветки королевские. Ну, в Магните они по 700 рублей, по-моему, даже больше. Хотя не уверен я, королевские они или нет. Ну и смеси пошли. Ну, плюс еще печенюшек дофига. Всяких разных. Да, неплохо. Взял печенье и шоколадку. Опять пропала моя любимая
минеральная вода. Ее уже нет, опять, может быть, какие-то проблемы. Там у них всякие вот хрень положена здесь, которую мы не пьем. Это я уже в магните. Вода называется Новотёркская. И вот она опять, что-то у них там с заводом проблемы были, кто-то им дорогу вечно там загораживал. Вот она опять пропала. Заказал лекарство через аптека.ру, потому что ни в одной из аптек этого лекарства не было. Ну там Максидол, Максиколд, Лортап, такие таблетки для рассасывания для горла. Хорошие, мне помогают, если вдруг подпростыл. Ну и приезжаю в аптеку.ру для получения, а уже два или третий день пошел, как они лежат и ждут меня. Но чтобы не просрочить заказ, я приезжаю забирать, а там она, оказывается, боксы запечатаны, компьютеры не работали, они только вчера открылись и не могут этот товар снять показания там вот этих чеков. В общем, отказываются выдавать. Я говорю, с Есенки приехал в Ейск, чтобы получить эти таблетки. Но в итоге пошли на компромисс. Я даже оторвал чек от коробки, который там штрих-код. Отдал им коробку, отдал наличкой, чтобы потом они его пробили. И вытащил таблетки и положил отдельно от упаковки. То есть такой бардак в аптеке.ру, что вообще, блин, вот то ли в аптеке.ру, то ли вообще в доставке, я не знаю. Бывает такое. Как-то в аптеке в апреле заказывал, ничего такого подобного не было. Ну, там просто нет этого лекарства. Я, в принципе, все приобрел, что нужно. Даже более того, то, что по химии увидел дешевые товары в этом магазине «Победа». И сейчас вот только вот на рынок Армавирский заскочу. И, пожалуй, все. Домой. Холодно у нас. Был открыт магазин. Вот у нас краски. Это вот та самая Снежка, которая покрывается металл, и она очень хорошо держится на металле. Но 585 рублей стоит. Дорогая краска. А на Валберис она стоит 680, что ли. То есть ровно на 100 рублей дороже. Вот такая вот краска. Мне как-то посоветовали ее кто-то из подписчиков. Говорит, что это очень хорошая краска. Ну что, друзья, все, ветер продолжается и будет продолжаться еще долго. Виноград укрыт, все, на зиму. Этот тоже закутан, гранат столбиком. Так что теперь до следующей весны. Еще хочу несколько слов сказать. Вакуумировать мы вакуумируем сейчас с нашим новым вакууматором. Вещь обалденная. Это сохранение продуктов в первую очередь. Действительно очень удобно. Достал то, что там нужно. Там, вот, допустим, курицу или петуха забил, раздел, и долгое хранение. Что-то свежее сохранить на завтра, послезавтра, там через 7 дней, чтобы не замораживать. Это обалденно. Ну, а про сыры, фрукты я уже просто молчу. Мы заготовили даже морковку на зиму. Всю нашу перетерли, чтобы она не лежала, не сохла. Вот, на холодильнике места мало для целой морковки. Она все равно там высыхает, как бы вы ни хотели. Так что покупкой мы очень-очень довольны. Это действительно полезно. Что... Ну, друзья, ладно. Пока. До музыкального стрима, он будет послезавтра. Я сегодня анонс размещу. Сегодня четверг, у меня день репетиционный. Вот. До встречи на музыкальном стриме. Пока. В 16:00 по Москве, в субботу, как всегда. Жду вас. Друзья, пока. Пошел я работать. Все, дальше. Дела есть еще. Все, вроде бы сегодня я много чего сделал. Пока.